мощная поддержка. Да. Бойцов Силин в двухлетке. Ему 24 года, рост 175 сантиметров, вес 61,5 килограмма. Его профессиональный рекорд – 4 победы, 2 поражения. Его стиль – ММА из города Грозный, Чеченская Республика. Зелимхан Хатуев! А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 20 лет, рост 177 сантиметров, вес 61,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 5 побед, ни одного поражения. Его стиль – ММА из города Хасавюрт, Дагестан, Имран Баймурадов! Рефери в октагоне Ашот Ашиган. Имран Баймурадов. Зелимхан Хатуев. Легчайший вес. Вообще много противостояний в легчайшем весе у нас сегодня. Да, достаточно популярная своя категория 61,2. Ну и воруются парни в бой. Последние моменты. Проверка готовности. И команда начинать. И тут же с мощного локика начинает Хатуев. Хороший старается, старт. Но встречает его Баймурадов. Посмотрите, какая перестрелка. Прямо отличные двойки, да, поджимает сейчас. Хатуев тут же поднимает соперника, тут же роняет на канвас Баймурадов. Идет плотная борьба в партере. Скрестил ноги, закрыл, вернее, замок для гарда. Хатуев. Ну и заблокировал Зелимхан пока своего соперника. Локтем, да, пробивает. Удар называется 12-6, и в партере его бить можно. Не каждая лига его разрешает. Ну, вот азиатская лига One FC, или One Championship, как ее называют, вот там 12-6 бить можно. Не очень активные локти снизу у Хатуева. Ну и здесь также по классике Имран Баймурадов пробивает корпус голова, причем с обеих рук, не давая сопернику привыкнуть к ритму своих атак. Еще один локоть. Хороший. Прижимает поплотнее своего соперника Хатуев сейчас. Ну и Бран быстро сбрасывает захват и пробует продолжать атаковать еще. Также, да, в том же примерно стиле корпус и голова, и сейчас хорошо локтем зацепил. И посмотрите, как снизу удары наносит Хатуев. Не часто это встретишь. Вроде бы в борьбе, вроде бы в партере, но весьма зрелищно и насыщенно. Да, и еще умело очень подставляет Зелимхан локти под удар соперника. Мы знаем, что даже через перчатку, если ты кулаком в локоть попадаешь чистым ударом, можно травмироваться. Баймурадов очень часто, оттягиваясь, создает себе простор и бьет максимально амплитудные удары. И сейчас здорово, корпус голова, и классно зашли оба удара. И активно еще его поддерживает зал. Да, потому что в зале творится что-то невообразимое. Все кричат, многие вскочили на ноги, болеют за своего фаворита. Теперь уже в ответ. Да, взяли. Да, готово. Включились.
Идет противостояние не только по леве, а бойцов, но и фанатов. О, посекся, да, видно, да, достаточно прямо над глазом. Глубокая рассечение сейчас у Замирхана. И вот так вот, да, хорошо отработал. Вот исключает Бамурада. Еще добавляем. Еще удар хороший. Да, ну естественно, конечно, видя повреждения, ты будешь бить в эту область. То есть, да, момент такой, что на победу ты нарабатываешь в любом случае. И подхват сейчас очень опасный. Но не теряет позицию Баймурада. И теперь, да. Что покажет он уже, а он сразу оформляет удар локтем хороший, выбивая Капу. Из соперника можно продолжать, да, Капа на месте. Ну вот сейчас нужно немного времени восстановиться Хатуеву, все-таки много ударов было пропущено. Еще добавляет Баймурада снизу, тут и локти. Эмоциональная атмосфера в зале, откик. Приходится в грудь. И на этой ноте первый раунд заканчивается. Очень интересный, яркий, красивый первый раунд. Да, ну и, конечно, сейчас основная задача у Катманов поработать с этим рассечением у Зелимхана, чтобы его закрыть. У Зелимхана Хатуева в углу как раз таки Мансур Хатуев, я так понимаю, двоюродный и троюродный брат. Возможно, и родной. Заканчивается перерыв. Зрители, конечно, кричали на протяжении всей этой минуты. Я думаю, будут дальше продолжать кричать, поддерживая бойцов. Ну что, с сечкой поработали. Вроде пока кровотечение остановлено. Второй раунд. Ну опять-таки это рассечение прямо над глазом. Оно очень быстро, расстроится. После первого же попадания. Хорошее колено в прыжке от Хатуева. Да, и, соответственно, здесь не идет вопрос, там какое-то джентльменство, нет джентльменства. Ты видишь, что у соперника есть травма. Туда вполне себе можно бить и нужно даже это делать. Для того, чтобы обеспечить себе преимущество. И попытка треугольника. Ой, я хорошо забросил только. Закрывает. Плотный захват. Есть еще и голову подключает. Нет. Пошел растягивать. Нет, пока не получается. А вот сейчас. Но захват плотный. Еще и рычаг легкий пытается. Ну вот, да, ногой сейчас он защищался. И молодец, здорово, вывернулся все-таки. Переворачивается. Теперь чуть более выигрышная позиция находится. Но эпизод до конца еще не решен. Подтягивает к себе Имран Баймурадов соперника. Вообще, конечно, стоит еще отметить, то, как вот развиваются ММА, потому что на старте этого вида спорта я помню, что очень активно бразильцы именно любили набрасывать треугольник. И вот если выходили на треугольник, это уже все. Считайте, приговор. Мало кто мог с этим справиться. Сейчас треугольники набрасываются достаточно часто, но очень редко, когда действительно он проходит. То есть мы научились ему противостоять, научились его сбрасывать с себя. Сейчас этот прием, конечно, совсем не критичный. Да, самые базовые эти приемы, они все реже и реже проходят, потому что на начальном этапе их
учат и делать, и в то же время как от них защищаться. И сейчас уже и даже ловить вот старт этого приема, когда ты уже где-то на интуитивном уровне понимаешь, что да, сейчас он попытается сделать вот это, мне, значит, надо вот так противостоять. Да, и сейчас уже на первый план, казалось бы, когда-то экзотичные приемы начинают выходить. Да, и вот дважды коленом попытался пробить Имран в прыжке. Вот это да! Вы видели вот это? Вы вот это вот видели? Это не просто удар. Это было шикарно просто. В прыжке с разворота. И это лучший нокаут этого турнира, без сомнений. Он может спокойно брать себе прозвище Ван Дам после этого удара. Это было невероятно круто, друзья. Повторить подобное будет очень непросто. Но действительно, на данный момент это прямо нокаут вечера. Смотрите. И потом не говорите, что вы этого не видели. А если не видели, вы зря не смотрите этот турнир. Да, казалось бы, очень неплохо ведет этот поединок. Бам! Имран. Но вот этот пропущенный удар, вот этот удар с разворота. Ну, как в кино прямо. Нанесен, да, вообще шикарно. Очень шикарно. Там и Ван Дам, и Скотт Эттинс из... Да, из более такой. И Чак Норрис, да. Все бы позавидовали. Ну и, конечно же, неприятно. С одной стороны, классно смотреть такие нокауты, с другой, конечно, всегда немного обидно и боязно за того, кто пропустил это. Нет, он поднимается на ноги, да, и так уже в сознании, в хорошем сознании, не плавающий находится Имран. Ну да, и конечно тут невероятное количество эмоций, я думаю, у Зинухана Хатуева. Шикарная победа, шикарная. Тогда, казалось бы, очень непросто все это ему складывается. Да, и вот это рассечение в том числе. Да, и, конечно, отдает дань уважения Зелимхан своему сопернику. Но сейчас, да, момент его триумфа. 38 секунд и второго раунда. Победу нокаутом одержал Зелимхан Хатуев. Да, шикарная победа Зелимхана Хатуева. Блестящий нокаут его исполнил. В первую очередь хотел бы сказать спасибо Диве, Хэйсе и Анигас, Руслан Молади, Давей Срошин, моим тренерам Байер, Турбор, Мансур. И еще хотел этот бой посвятить своему дедушку, который уже нет с нами 4 месяца. Дайте Аге Штурна и Турбор, он любит бой, да. Слава Богу, спасибо. Итак, у нас на очереди бой под номером 15. Конечно, трудно будет превзойти это противостояние в следующей паре, но мы будем надеяться на чудо.